Шеф-повар Максим Григорьев. Жаркая с уткой. Еще один вариант жаркого – это жаркая с уткой. Испробовав разные способы приготовления жаркого, однажды пришла именно к такому принципу приготовления жаркого и составу продуктов. Можно сказать, что это рецепт, рожденный собственным опытом. Жаркое получается всегда очень вкусным. Вместо утиного мяса я иногда использую куриное или индюшачье филе. Это будут чуть более диетические варианты. Время приготовления – 1 час 10 минут. Ингредиенты. Бекон 100 грамм. Вода 400 миллилитров. Картофель 500 грамм. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 4 столовые ложки. Перец сладкий 1 штука. Перец черный молотый 1 щепотка. Сметана 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Специи для бульона 3 грамма. Утиная грудка 250 грамм. Шампиньоны свежие 250 грамм. Шаг 1. Для жаркого с уткой нам понадобится филе утиной грудки, сырой бекон, картофель, лук репчатый, шампиньоны, перец болгарский, лучше красный, но у меня сегодня оранжевый, масло растительное, сметана, 25-30, специи по вкусу и соль. Немного кипятка. Шаг 2. Нарезать бекон произвольно небольшими кусочками. Шаг 3. Грибы очистить и нарезать произвольно, но не слишком мелко. Шаг 4. Утиное мясо нарезать небольшими кусочками, примерно 2-3 см. Шаг 5. Лук режем мелко, а перец кубиком. Шаг 6. Картофель очистить и нарезать небольшим кубиком, как и утку. Шаг 7. Сначала обжариваем бекон на небольшом количестве растительного масла. Когда бекон зарумянится, добавить грибы. Жарим на довольно сильном огне, чтобы грибы именно жарились, а не пустили сок и не стали вариться. Периодически помешиваем. Шаг 8. Через 2 минуты добавить в сковороду лук. Перемешиваем и обжариваем еще 2 минуты на среднем огне. Шаг 9. Затем добавляем утку. Опять перемешиваем и жарим. Немного посолить и приправить специями. Жарим еще минуты 3-4, помешивая иногда. Шаг 10. Добавить болгарский перец и перемешать. Шаг 11. Через минуту добавить картофель, перемешать. Жарить на среднем огне минут 7-10, помешивая. В конце добавить сметану, посолить еще немного, перемешать и готовить еще минуты 2. Снять с огня. Шаг 12. Разложить будущее жаркое по горшочкам. В каждый горшочек добавить кипяток. Накрыть крышками и поставить в духовку на 30-35 минут. Готовим первые 10-15 минут при температуре 240-250, а затем убавить огонь до 200. Шаг 13. Жаркая с уткой готова. Можно посыпать зеленью. Если бы у меня был болгарский перец красного цвета, то бульончик был бы более веселого цвета. Надо сказать, что красный перец дает цвет бульону не хуже морковки. Очень вкусно и сытно. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.